номер 8. Непосредственно мы высадимся на пляж, да, носит название Симилан. И остров номер 9, Бангу. Там завтра мы будем искать черепашек, с утра будем там снорклить. Пляж носит название Дональд Дак Бэй. Почему? Потому что здесь, сейчас мы плохо видно, есть камень формой напоминающий диснеевского утенка Дональда. Сейчас мы пройдем, он к нам в анфас, а когда вы увидите профиль, будет четко видно Дональда. Остров это самый большой из всех Симиланских островов. Длину